Новости бурятской эстрады. Чингиз Хандажапов предстал в новом образе. Как сообщает Байкал Дейли, сейчас он работает под псевдонимом Чингиз Ли. Известный певец появился на популярном российском канале YouTube Элло. Отмечу, что видео на песню «Первая любовь» снято на смартфон. Съемки проходили на тайском острове Калан. Клип уже получил ряд отзывов, большей частью негативных. Россияне, незнакомые, в отличие от жителей Бурятии, с манерой исполнения и подачи певца, высмеивают его внешность и сам клип. Впрочем, имеются и пользователи, которые поддерживают Чингиза. Добавлю, что видеоканал Элло имеет более 1,5 миллиона подписчиков и более 1 миллиарда просмотров загруженных записей. На этом канале регулярно проходят премьеры российских звезд.